Выходные используя не только для себя, но и для природы. В Атырау волонтеры спасают рыбу из пересыхающих летом водоемов. Организовали акцию инспекция рыбного хозяйства, а откликнулись на призыв работники крупных компаний региона. В период весеннего половодья Урал разливается, наполняя водой десятки водоемов и низин в своей пойме. Летом уровень воды падает, рыба оказывается отрезанной от большой воды. Высыхающие со временем водоемы становятся настоящей ловушкой для сотен тысяч мальков. Опасны для рыбы даже те водоемы, в которых вода стоит круглый год. В зимний период даже доходит до того, что лед может достать до дна реки, до дна водоема. Для мальков не остается шансов для выживания. Если во времена Советского Союза к этой работе активно привлекались школьники, то сегодня их место заняли волонтеры. Среди них работники различных компаний региона, многие из которых сами выходят с инициативой. Маленькая Настя участвует в спасении мальков уже во второй раз. По словам ее мамы, выходные, проведенные подобным образом, полезны не только в физическом, но и в воспитательном плане. Мы уже приезжаем сюда с дочкой второй раз. Очень рады, конечно. Хотим, чтобы в нашей реке Урал было больше рыбки. Очень рады всех видеть. Приезжайте все и участвуйте, помогайте нашей экологии, чтобы у нас было больше рыбы, было больше, был чистый, хороший Урал. Обычно за один сезон с помощью волонтеров, природопользователей, специалистов рыбоохранной инспекции удается спасти около 4 миллионов мальков рыбы частяковых пород. И этот показатель можно увеличить, считают участники акции. Главное – активное участие в этом общем деле всех жителей области. Талгат Утигулов, Азельхан Уахитов, Аматай Матенов, Атырау, Махамбетский район.